Постараюсь максимум вытащить ее сюда. Во время досмотра полицейские изъяли у мужчины сверток с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза показала, что изъятое – наркотик синтетического происхождения. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что наркотики фигурант изготавливает самостоятельно по месту жительства в Зеленодольске. Необходимые инструкции и компоненты задержанный получал от своего подельника, используя почтовые сообщения и интернет-мессенджер. Наркотики сбывал на территории Казани. Во время обыска в квартире задержанного сотрудники полиции обнаружили компоненты для изготовления наркотических средств, используемые для этих целей посуду и другие приспособления. Кроме того, оперативники изъяли наркотические средства, спрятанные в его квартире. Здесь у нас горстями три тарелки насыпаны. Здесь еще реактивы, весы. По факту покушения на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Задержанный, ранее несудимый, неработающий житель Зеленодольска, свою вину признал. На время следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится оперативное мероприятие по установлению подельников фигуранта. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».